Всем привет, вы на канале ХТ. Сегодня у нас видео по смартфону Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Забыли пароль, не можем вспомнить. Будем делать процедуру Hard Reset. Сразу говорю, все действия с аппаратом делайте на свой страх и риск. При данной процедуре удаляются все ваши данные. Если был введен Google или Mi аккаунт, необходимо будет обходить его ссылку на обход Google аккаунта. Если не забуду, выложу в описании к видео. По Mi аккаунту отдельно есть услуга также дистанционной разблокировки. Теперь мы выключаем наш аппарат. Выключение. Так, дожидаемся выключения аппарата. После того, как аппарат выключился, мы зажимаем одновременно клавишу питания и клавишу увеличения громкости. Зажимаем, держим. Все, смартфон включился. Вибрация. Питание отпустим, плюс продолжим держать. Все, пускаем. Появляется вот такое меню Recovery, MIUI Recovery. Здесь плюс-минус перемещаемся по данному меню. Питание подтверждаем Wipe Data, Wipe All Data. Еще раз говорю, то, что при данной процедуре у вас все ваши данные удалятся и необходимо будет входить аккаунты, если они были. И подтверждаем Confirm. Так, Back to My Menu, Reboot, Reboot to System. Все, смартфон будет сейчас сбрасываться. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, Телеграм. Не забывайте донатить. На этом все. До новых видео. Пока-пока.